доброе, даже не утро, уже день. Мы с вами занимаемся второй час. Это час пилатес силовой и пилатес для подготовленных. Чем отличается пилатес силовой для подготовленных от любого другого пилатеса, даже классического? Он отличается, во-первых, уровнем нагрузки, во-вторых, уровнем сложности упражнений. Я к чему это говорю? К тому, что если вы только начали заниматься пилатесом, вам ни в коем разе не нужно сейчас начинать заниматься силовым. То есть пока не отточена техника у каждого упражнения, и пока вы не чувствуете стабильно, уравновешенно себя при выполнении упражнений, в силовое даже соваться не стоит. Почему? Потому что можно навредить. А мы за любовь к себе, за любовь к своему организму, за правильное отношение к своей спине. Также не стоит идти в силовой пилатес, я имею в виду заниматься в период обострения, то есть когда у вас есть какой-то болевой синдром в спине, плечевой сустав, тазобедренный, то есть любая боль, которая у нас есть, спазм или уже постспазм, да, когда вы спазм вышли, но еще воспаление осталось где-то в мышечных волокнах, никакого силового пилатеса, то есть только классический. Ну вот все, предисловие. Мы начинаем готовиться к силовому пилатесу. Классическое положение стоп, стопы под тазом, стопы параллельно друг другу. Мы стопами как корнями выросли в пол. Это значит, что мы не заваливаем пятки не на носки. Опускаем подбородок на грудь и за макушку, вытягиваем себя вверх в потолок. То есть корни дерева в пол, а макушка тянется к солнцу. Вот очень круто, если вы будете это визуализировать, потому что как вы только визуально это все представили, тело все делает за вас. Мы делаем вдох, подтягиваем коленные чашечки наверх, напрягаем мышцы переднего бедра, застегнули нижний брось на молнию, за пупок втягиваем живот к позвоночнику и копчик направляем вниз к пяткам, тем самым мы еще больше ощущаем напряжение в области нижнего пресса и тазового дна. Мы делаем вдох, лопатки свели к позвоночнику и направили вниз к тазу. Вдох и выдох, еще раз, и вдох, и выдох, только плечи, круг, вдох. И вниз, выдох, еще так, вдох. И вниз, выдох, еще два, вдох. Выдох, и последний, вдох. Выдох, руки в потолок, вытянули себя, вдох. И круглая спина, выдох. И вдох, и круглая спина. Будьте внимательны, меняем. Вдох и аккуратно диагональ, обе руки активные, значит за обе ладони себя вытягиваем. Таз на месте, ни в коем разе радугу не делаем тазом, то есть мы вытягиваем бок из таза, ничего более. Выдох, будьте внимательны, вдох, круглая спина, выдох, лопатки свели, обнимаемся, вдох. И за правым плечом выдох, таз на месте, вдох. Обязательно мышцы пресса втянуты. Зачем? У нас идет скручивание, поясничный отдел не в очень хорошем положении находится, поэтому защищаем его именно напряженными мышцами. Последний самый, вдох. Ладонь к ладони, мы делаем вдох и потянули бок из таза, выдох. Еще раз вдох, выдох, так два раза, вдох. У нас сегодня с вами будет интересная тренировка в плане того, что мы не берем это на групповых занятиях. Вдох, объясню почему, потому что вы это очень не любите, да? Круглая спина, вдох и круглый наклон. Мышцы стабилизации сегодня будут работать, вдох. Будет достаточно много упражнений на баланс, вдох. Поэтому настройте себя,
кто недоволен, можно пока побубнить, пока не начали работать. Последний самый. И вдох. Выдох. И вдох. Угу. У нас будет наклон, ровная спина. Вдох, руки до макушки. Выдох. Показываю вам сбоку, хотя у вас все то же самое, положение тела не меняется. Еще раз. Выдох, будьте внимательны. Вдох, и за правой рукой выдох, и вдох за левой рукой. В чем нюанс упражнения? Мы локоть с лопаткой тянем к тазу, а длинной рукой вытягиваем бок из таза, да? То есть один бок мы собрали в гармошку, а другой вытянули. Последних два. Вдох и выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Мы делаем вдох и ладони выше колен, кисти добрые, злые. Мы делаем вдох и копчик в пол. Выдох. Еще два. И выдох. Последний раз. И остались злой кошки. Дышим. Вдох. И выдох. Круглой спиной растем. Вдох. И выдох. Готово. Вдох. И сбросили. Еще один. Мысленно пока находим правую ногу. Мы делаем вдох. Можно остаться на дорожке, можно уйти с дорожки на пол, если не привычно, и стабилизации не очень. Мы делаем вдох, готовим левое колено, ну или правое, как хотите. Что будем делать? Вдох и вниз, выдох. Также вдох и вниз, выдох. У вас все то же, я вам покажу, как это выглядит сбоку, да? Мы колено поднимаем до уровня пупка, чтобы включить в работу пресс. Вдох. Выдох. Последний. Вдох. Будьте внимательны. Что делаем дальше? Вдох. И свели лопатки. Выдох. Вдох. И вниз. Выдох. Также. Вдох. И выдох. Свели лопатки. Вдох. И будьте внимательны. Ягодица в статике уже начинает работать. И очень круто она работает. Мы делаем вдох. Будьте внимательны. Чуть усложним. И вдох. Разогнули ногу и носок длинный. Вдох. Опускаем. Выдох. Еще раз. Вдох. И вдох. Причем, когда в ногу разгибаете в колени, вы не отклоняетесь назад, да, это помним. И выдох. Последний вдох. И вниз. Отлично, стопы под тазом, вниз наклон, растянули заднее бедро и ягодицу. Еще раз. Вдох. Выдох. Последний самый. Вдох. Выдох. У вас то же самое положение тела, только у нас идет другое колено. Работаем. Вдох, живот утянули. Вниз. Старайтесь ногу уже на пол не ставить. Выдох. Еще раз. Вдох. Последний самый. Мы будем готовиться к усложнению. Будьте внимательны. Вдох. Колено держим. Выдох. Лопатки свели. Вернули. И опустили. Также. Вдох. Назад не отклоняемся. Носочек длинный. Вдох. Супер. Будем менять. Готовы. Вдох. И вытянули носок. Выдох. Вернули. Вдох.
Очень хорошо включается в работу подошка, переднее бедро. Про нижний пресс я вообще молчу. Ну и ягодица в статике, она очень-очень хорошо работает на благо нашей поясницы. Последний вдох и выдох. И вдох. Супер. Готовы, снова наклон, таз назад. Вдох. И выдох. И вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Отлично. Выдох. Руки в потолок. Вдох. Плечи и лопатки вниз. Готовы. Круглый наклон. Roll down. И выдох. Мысленно готовимся к дорожке. Готовы. Вдох. Шумный носом. Вдох. И через рот выдох. Еще один. И шумный выдох. Молодцы. Мы настраиваемся на работу. У нас баланс еще с вами будет. Готовы, руки вверх, потолок, плечи, лопатки вниз, roll down, вдох. Кто занимается давно, все жимы без колен, вдох и выдох, жим один, вдох. И выдох, треугольник, копчик, потолок. И потянулись грудью в пол, шагаем обратно, вдох и выдох, круглой спиной вверх, вдох и выдох. Будьте внимательны, еще раз так, будем усложнять, выдох, шагаем 4, вдох и выдох, жим, вдох. Выдох, копчик, потолок, вдох и выдох, шагаем обратно, вдох и выдох, круглой спиной вверх. Будьте внимательны, готовы, вдох и выдох, шагаем, вдох и выдох, жим, вдох. Выдох, планка, вдох, пятки до упора, выдох вниз колени, еще вдох, не расслабляя пресса, выдох, последний, вдох. Будьте внимательны, планка, вдох, и ко мне лицом открылись, выдох, закрыли, вдох, от меня лицом и выдох, еще вдох и выдох и вдох и выдох. Последний два. Вдох. Выдох. Последний раз. Хорошо, будьте внимательны. Вдох. Колени в пол. Выдох. Планка. Вдох. Колени в пол. Выдох, будьте внимательны, вдох, ко мне лицом, выдох, вытянуть из себя, вдох, и к пятке, выдох, глаза в пол, вытянули в радугу, еще, вдох, выдох, последний, вдох, выдох, будьте внимательны, вдох, закрыли, выдох, в обратную сторону вдох, за руку вытянули, выдох, вытянули, вдох и выдох. Будьте внимательны, вдох и выдох, последний. Хорошо, возвращаемся, вдох и треугольник, пятки в пол, колени могут быть согнуты. Выдох, шагаем обратно, вдох и выдох, круглой спиной вверх. Руки отдыхают, у нас наклон, работаем, вдох. Будьте внимательны, второй блок баланс, вдох
правая нога будет опора, левая рабочая. Живот втянули, настроились, вдох, выдох, вдох, выдох, также вдох, оп, выдох, последний. Будьте внимательны, вдох, руки вытянули, выдох, потянулись, вдох, и свели колено и ладони, вдох, вернулись, собираем, вдох, руки и колено, выдох, и вдох, вернулись, выдох. Старайтесь не заваливаться на бок. Выдох. Вытянулись, вдох. Выдох. Ягодица, которая в статике, очень хорошо грузится. Последний раз. Отлично. Обычный наклон. Вдох. И вот сейчас тазом особенно тянемся назад, растягивая мышцы, которые поработали. Последний, самый, пока мысленно готовимся к левой ноге опорной. Работаем. Вдох. Выдох. Также. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Супер, мы готовимся морально к усложнению. Работаем. Вдох. Выдох. Вытянули, вдох. И выдох. Так хочется на вас посмотреть. Я все уже так прям соскучилась по группе. Вдох. И выдох. Еще два. Выдох и вдох. Давайте последний раз. Мне очень нравится, как в этих упражнениях включается в работу малая ягодичная. Очень супер. Открылись. Обычный наклон, растянули. И выдох. Еще раз. Вдох. И руки в потолок. И вдох. Плечи, лопатки вниз, roll down, работаем, вдох и выдох, шагаем, вдох и жим один, вдох, выдох, копчик, потолок, вдох и готова волна, круглая спина, вдох, пятки, акцент назад, выдох. И вдох, выдох, последних два, супер, последний раз, и мысленно готовимся к работе опять же на ягодицу, зафиксировали, живот втянули и правую ногу нашли, вдох, и вниз, выдох, она же. Все так же, не заваливайте таз на бок. Последний. Будьте внимательны, это же нога. Вдох, планка. Вернулись. Вдох, опустили. Еще раз. Вдох, планка. Выдох. Вдох. Опустили. Готова волна, круглая спина, вдох. Треугольник. Еще раз. Последний, самый. Готовы, шагаем обратно. Вдох. И выдох, круглой спиной вверх, вдох. И выдох, еще раз вниз.
выдох, шагаем 4. Уже должны были согреться, вам уже должно быть тепло. Жим, вдох. Выдох, треугольник. Вдох. Нашли левую ногу, работаем в потолок. Вдох. Вернулись, выдох. Вдох. Таз не заваливаем, таз точно смотрит в пол. Последний раз. Вдох. Будьте внимательны. Вдох. И в планку. Вверх, вдох. Опустили. Еще раз так. Вдох, планка. Вверх, вдох. Опустили. Последний самый раз. Выдох и вдох, опускаем. Готова волна, вдох, треугольник, выдох, два раза осталось. И последний самый. Отлично, отдыхаем. Мы делаем вдох, стойка на предплечьях. Локоть точно под плечом, плечи от ушей убрали, лопатки свели, живот втянули. Вдох, живот втянули, выдох. Мышцы пресса всегда напряжены. Еще два, вдох, выдох, последний. Остались левая нога, вдох. Выдох, вспоминаем. Мы следим за тем, что когда вытягиваем ногу, наш таз, он остается параллелен полу. И прогибов поясницы нет. Готовы, будьте внимательны. Вдох. Еще. Вдох. Выдох также. Вдох. Последний раз. Отлично. Отдыхаем. Мы делаем вдох. Лицом в полотенце. Но мы еще стойку на предплечьях не заканчиваем. Готовы руки, ноги. Вверх и вниз. За руки и за ноги вытягиваем из корпуса, из таза. Еще. Последний. Будьте внимательны, руки. Вдох. Локти к тазу, выдох. И вдох. Все опусти. Также. Вдох. Локти к тазу, выдох. И вдох. Последние два. Вдох. Выдох. И вдох. Последний раз. Вдох. Выдох. И вдох. Отлично. Правая рука, левая нога. Аккуратно вытянули. И вниз. Выдох. Также. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Вдох. Осталось два. Вдох. Выдох. Последний. Супер. Готово. Оторвали руки, ноги от пола. И у нас плавание. Вспоминаем. Плывем каждый в своем темпе. Дыхание обязательно ровное, то есть ни в коем разе у нас дыхание не останавливается. Если чувствуете, что устали и дыхание начинает сбиваться, что мы делаем? Правильно, мы останавливаемся, начинаем делать диагонали поочередно, восстанавливаем дыхание и только после этого идем в плавание.
Все большие молодцы. Плавание закончили, дышим, отдыхаем. У нас отжимания дугой под плечи. Готовы. Ладони под плечи. Потолок. Пальцы ног. Готовы. И вдох. Круглую спину надули, выдох. Круглый вдох. И ровный вниз, выдох. Еще вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Еще вдох. Хорошо. Мы делаем вдох. Остаемся внизу на своих плечах. Локти под плечи. Плечи от души убрали, лопатки свели, живот втянули, копчик на колени. Мы делаем вдох, правую вытянули. Выдох. Казалось бы, движение легкое, но на самом деле оно очень-очень затрагивает много мышц. Угу. Поясница без прогиба. Вдох. Последний. То же самое с подъемом. Работаем. Вдох. И выдох. И вдох. Также. Последний раз. Будьте внимательны. Планка, вдох и треугольник, выдох. Планка, вдох, колени в пол, выдох. Еще. Носом выдох, вдох. Последний раз. Вдох. Выдох. И вдох. Супер, отдыхаем. Готовы снова отжимания дугой, ладони под плечи, локти вверх, потолок, ровная спина, вдох. Выдох. Хорошо, стол. Ладони под плечи, колени под таз. Мне прям уже очень тепло. Я не знаю, как вам, вам тоже должно уже быть очень-очень тепло. Готовы, живот втянули, кистки добрые, злые. Вдох. И на выдох кошка дольше злится, чем радуется. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последние два. Последний раз. Остались злой кошки, дышим. Вдох. И выдох. И вдох, и выдох. Круглой спиной растем. Расправили плечи, выдох. Руки в потолок. И круглая спина, выдох. Потянулись. Обнимаемся широко. Готовы ладони в замок. И потянули вниз, подбородок на грудь. Растянули подворотниковую зону. И плечи расправили прям сильно-сильно, да? Еще вдох. И выдох. Руками вдох. И сбросили. Еще раз. Угу. Молодцы. Мы с вами меняем положение тела. У нас с вами акцент, если вы заметили уже сегодня, на ягодицу. Ягодица нам очень нужна. Не только потому, что она нужна для формы, да, для красивой. Ягодица очень важная и нужная мышца именно с точки зрения поясничного отдела. Мы делаем вдох. Кто занимается давно, у вас хвостик моноласта, да, пятки вместе, носки врозь. Кто занимается давно, но летящие сейчас, то стопы на уровень таза, колени вверх, потолок. Руки перед собой. Готовы руки в потолок. И лопатки собрать, выдох.
Еще вдох. Нашли правую ногу. И вдох. И вытянули. И вдох. И вытянули. Еще вдох. И вытянули. У нас ровная спина. Никакой круглой сейчас нет. Будьте внимательны. Вдох. И руки в потолок. И вдох. И руки в потолок. Напоминаю, нога может быть лучше прямо над полом, но она должна быть как у балеринки длинная. Да? Лучше так. Именно в этом положении будут тогда работать подвздошные и переднее бедро, последний. Супер! Мы делаем вдох и копчик на пятки. Выдох, живот втянули. И вдох. Выдох. Последних два. Последний раз. Будьте внимательны. Мы делаем вдох, ровная спина. Правую вытянули, оставили. Вдох. И лицом к колену выдох. И вдох. Лицом к колену. Скручивание. И поэтому обязательно напряженный пресс. Выдох. Еще два. Вдох. Выдох. Последний. Мне тоже тяжело, особенно с непривычки, вообще беда. Мы делаем вдох, стопы в пол и руки в потолок. Потянулись, вдох, и копчик на пятки, выдох, живот втянули. Вдох. Вспоминаем, да, на вдохе выходим в хрустальную спину, ровную-ровную, ладони за плечи, за вдох. Мы с вами настраиваемся на левую ногу. Вдох. Хорошо. Ровная спина, живот втянули. Левую вытянули красиво. Ладони в потолок, вдох. И лицом к колену, выдох. Живот втянули. Лопатки свели. Еще вдох. Последних два. Последний раз. Супер, руки в потолок. Вдох. И круглая спина. Первый. Roll up, roll down. Вытянулись. Копчик на коленях. Вдох. И выдох. Выросли. Вдох. Выдох, позвонок за позвонком. Без рывков. Выдох. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Последний. Хорошо. Мы делаем вдох. Подтянули стопы ближе к тазу. Пресс пока не забыли, просто первый блок с прессом у нас закончился. Плечи и лопатки прижали к полу, ладонями и полностью, да, плечом как бы отталкиваемся от пола. Живот втянули, копчик подвернули на колени, ягодицы у нас от пола оторвались, зато поясница вжалась в пол. Работаем плечевой мост, вдох. И выдох, и вниз, вдох, и выдох, также вдох, выдох, и вниз, вдох, последний, вдох, и выдох, и вниз. Будьте внимательны, поднять таз, свести колени, расслабить вдох и опустить до поясницы. Вдох, высоко, выдох, свести колени,
Вдох. Все эту кишечку уже знают, кто ходит ко мне на групповые. Если вы подняли таз так высоко, как я прошу, то есть максимально высоко и зажали ягодицы, то вы не сможете колени свести. Если у вас колени сводятся легко, это значит таз провисает, и вы не дорабатываете на первой стадии упражнения. Работаем еще. Вдох. Выдох. И вдох. Вниз, выдох. Последний раз. Выдох. И вдох. Супер, отдыхаем. Правую ногу вверх, потолок. Если тяжело так ногу держать из-за задней поверхности бедра, то есть она не дает, не растянута, можно правую лодыжку убрать на левое колено. И все то же самое, да? Итак, готовы, плечевой мост, таз не перекашиваем. И выдыхаем носком, тянемся в потолок. И выдох. Также вдох. Выдох максимально высоко. Вдох. Руками помогайте от пола отталкиваться. Вдох. И выдох. И вниз. Будьте внимательны. Вверх. Вдох. И ногу в продолжение моста. Вытянули, вернули. Есть особенность. Поднять мост с продолжением моста, не в пол. И когда поднимаете ногу, таз не клюет в пол, да? Еще вдох, выдох и вдох. Последний раз. Вдох, выдох и вдох. Отлично. Отдыхаем. Стопы также в пол. Копчик на колени, поясницу вжали в пол. У нас левая нога такая же. Работаем. Вверх, вдох. И максимально высоко. Вниз, вдох. И выдох. Также. Вдох. И выдох. Вниз, вдох. Выдох. Два осталось. Вдох. Ягодицу дожать. И вниз. Последний раз. Вдох. И выдох. И вниз. Угу. Молодцы. Идем дальше. Вдох. Построили мост. Выдох. Вернули ногу, таз держим, опустили, выдох. Работаем без точек, вдох и выдох, вернули, вдох, опустили. Два осталось, и вдох, выдох, и вдох. Последний раз, вдох. Выдох и вдох. Супер. Отдыхаем. Мы делаем вдох. Вот сейчас расслабили поясницу. Можно уйти в бочонок, но не глубоко, да? То есть копчик мы направляем вверх в потолок. Поясница растянута. Мы отдыхаем, но не расслабляемся. Мы делаем вдох, готовы стопы в пол, колени в потолок, копчик подвернули на колени, живот втянули, поясницу вжали в пол. Вдох, руки за голову, будет скручивание, вдох. И длинный выдох, подбородок на колени. Вдох, что значит на колени? Мы тянем мысленно его и сверху ставим.
Подбородок ни в коем случае не на грудь, да? Вдох у вас здесь большое яблоко, вспоминаем. Еще. Вдох. Выдох. Последних два. И вдох, правую ногу нашли. Вытянули, вдох. И выдох. И вдох. И подбородок на носок, выдох. И вдох. Выдох. И еще так. У нас два раза осталось. Вдох. Выдох. Последний. Остались ладонями в пол. Подбородок смотрит на носок. Только одна нога работает. И вдох. И вдох, и еще вдох. Мышцы пресса втянуты, подбородок смотрит на носок. Выдох, последний. Остались сотня. Дышим через рот, активный выдох. Дышим, 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 дышим. Отлично, мы делаем вдох. Стопы на уровень таза, колени вверх. Потолок у нас будет roll up. Руки за голову, живот втянули. Настраиваемся без рывков и остановки дыхания. Сами. И вдох. Выдох, еще вдох, выдох, также вдох, выдох, еще вдох, последний раз. И мы с вами готовим правую ногу. Будьте внимательны. Ролла. Вдох и вытянули. Вдох. Левая такая же. Вдох.